Ух ты, и снова я, Александр Кривола, печень. Мелитопольская вишня. Супер, супер. Мелитопольская. Сладенькая. Это будет урожай. Если даст Бог, все будет хорошо. Вишня будет для компотов, для варенья. Ну и все. Всем пока-пока. С вами был Александр Кривола. Печенье. Пока-пока. Ух ты, и снова я. Александр Кривола. Печенье. Ребята, мелитопольская вишня. Урожай отличный. Мелитопольская вишня. Вкусовые качества. Ух ты, ехали. Сладкая. Там еще есть. О. И там есть. Ну и здесь. Мелитопольская вишня. Мелитопольские вишни моего соседа. Ой, ой. Урожай обалденный. Много. Мелитопольская вишня. Ух ты, ехали. Раз, два, три, четыре. Четыре дерева с мелитопольской вишней. Мелитопольская вишня. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, печенегий.